Привет, ребятки! Мы с вами продолжаем проходить Tales from the Borderlands. Новый эпизод вышел, и это финальный эпизод, ребятки. Финальный. Толмачи замутили переводик. Хранилище путника называется эпизод. Мы готовы продолжать и заканчивать одновременно. Давайте, усаживайтесь поудобнее. Вас ждет 2 часа примерно хорошего приключения. Погнали! Должно быть 2 часа, я сейчас задумался. В принципе, Майнкрафт, вот Story Mode, второй эпизод часовой вышел всего лишь. Что странно, может быть, они и начали клепать часовые, но гораздо быстрее. А вот ты наступил конец. Или мне следует сказать, наконец, а? Да, этот бред пишу не я. Если помните, долгие поиски хранилища путника начались с нелепой случайности. Гортис была создана не только для поиска хранилища путника, но и для решения проблем со входом в него. Два неудачливых искателя хранилища активировали ее, но одна из ее деталей находилась на космической станции Гипериона. Вынужденные работать на местного авторитета, они придумывают, как туда проникнуть. Да, мы это все помним. Корпоративный Халуй получил доступ к внутренней информации, но не осмелился раскрыть свой источник. Старый противник предоставил отличную маскировку, а новые союзники помогли с космическим кораблем. Снова испытывая свою судьбу, они отправляются в космос. Конечно, они должны были все там умереть, но одна благородная душа пожертвовала собой и не дала этому случиться. Попав наконец на борт космической станции, служащий узнал, что он был предан своей амбициозной бывшей сообщницей. Осторожно выбирая слова, он смог не раскрыть себя. Работая сообща, мошенницы и служащие смогли найти последнюю деталь. Гортис. Но именно тогда красавчик Джек пообещал служащему все, о чем тот мог только мечтать. Как он мог отказаться? Да, мы дали слабину. О! Вот это начало. Лицом в пол неприкольно. Коленями тоже, между прочим, на металл падать не очень хорошо. Не очень не больно, вот это да. Я жив в криминальной жизни, посмотрите на нас. Да, между прочим, именно из-за этого. We intercepted your comms. So. Oh, cool. So we don't have to explain. Where's Reese? A lot of strange things have been happening today. Давай, короче, ударим её нахрен. Oh, hey, you know, you've got something on your face. Лицо Ивета это запомнит. Да. Ух, ничего себе, серьёзно, вот так вот легко и просто. Чем она измазала лицо? Не, по-моему, четко получилось. Не хотел я болтать. Но я не думал, что вырубить получится. Президент. Жопошник. А ты поднимись и посмотри. Но подняться не получится. А здесь тусня, кажись, да? Смотрите, дискобол вывесился. Я поверить не могу. Нет, то, что мы согласились. Почему именно я? В чем подвох? Здесь мне самое место. Давай, Рис. Время немножко слететь с катушек. Здесь мне самое место. I deserve this.
Oh, wow. I wish I could hug you right now. I'm gonna make a robot that just hugs you when I tell it to. I'm so proud. I'm so proud of my special boy. You know, we had our rough patches, you and me. But when the chips were down, he did the right thing. I respect that, Reese. But enough talking, am I right? It's time for you to make your first command as president, Reese. Now you gotta project power. You gotta project vision. But you also want to convince the toadies that you care about. That's important. Какой тактичный, а? How exactly do I do that? Oh, that's such a good question. You are on the ball today, Reese. Here. Given the current corporate landscape, there's three big changes you could make right here, right now. Which one's it gonna be? Показуха, разбомбить бандитский лагерь, уволить отдел бухгалтеров, заказать представительскую пиццу. Давай, показухничать. Let's blast a bandit camp. I love it. Great to know all your time down there hasn't turned you into a psycho lover, kid. You know what? I'll tell you what. Let's target Prosperity Junction. Oh, wait, what? Target locked. No target locked. Prosperity Junction is not a bandit camp. Close enough. Fire it! Oh! Oh, no. Oh, no! Oh, chill out, it's fine. Wasn't a big mortar. Worst case, maybe we killed half a dozen dudes. Hey, wait, who cares? It's small-time stuff. You really gotta see this next project I've got prepped. Короче говоря, Рис, не ты тут главный. Надеюсь, ты это только что понял. Oh, so that prototype I was talking about? Yeah. Nakayama actually built it. You said he never finished it. Yeah, I know I lied, but that was before we were partners. Anyway, we're gonna put it inside my original body and then upload my consciousness into it so I'd be wearing my old body, like a skin suit. It's great, right? И зачем ты мне это показываешь? Это намек на то, что ты здесь будешь рулить. Hang on. I'm getting to that. Alright, now the one problem was how to get the endoskeleton into my body without killing me first. But since I'm dead anyway, I had a way cooler idea. Are you ready for this? This is awesome. We make a shitload of these endoskeletons, we put them into the corpses of the bandits we killed, and then we upload my AI into all of them. You wanna make an army of jacks? Freaking awesome, right? I mean, Hyperion troops die in battle. Grab the corpse, shove an endoskeleton into it, boom, another jack. Some asshole gives you lip, boom, jackpot. Successfully wipe out a bandit camp, you turn the corpses into more jacks. Within a few months, Hyperion would have the smartest, best-looking fighting force in the universe. And the best part is, Reese, baby, you're gonna be the first recipient. Huh? Да, вот и подвох. I know. Metal skeleton forcing its way into your body. Так нельзя, ты не согласен, like ты чудовище. Said, он знает, well что он чудовище. Your body, my brain, ну ладно. Это более спокойный ответ. You're an absolute psychopath. Yeah. I mean, I think some naive part of me wanted to believe you were just misunderstood, but no, you are the worst person I have ever met. And I met a guy who cut off another guy's face and wore it on his face. Detecting a little ingratitude here, Reese. I did make you present. After we just mortar надолго. Bandit camp together, really? Бандитский лагерь. Honest, backing out after you got to have your fun, huh? Kind of a dick move. Эй, ну-ка не обзывайся. You're nuts. Oh, you used to worship me, kid. What the hell happened? You had it right the first time, but you know what? Knowing how you feel now. This makes it that much easier to kill you. Давай попробуй. I am taking the beacon and getting out of here. Но мне кажется, поздняк уже, да? This was your chance to make history, you moron. To be part of a legacy. You know what, Jack? Suck it. Он это тоже запомнит, oh, да? Hell нет. No. Но ему это явно не понравится. Оу! Oh! Oh, попадался. We need to go.
Эй, вам надо его спасти. Маячок сейчас упадет. Твою ты налево. Вот это повезло, да, прям с неба упал. Reese, he's not coming. You heard the announcement. Reese made his choice. Still, a promise is a promise. Может, все совсем не так, как мы думаем. Давай, намекать. Давай, ты веришь в него. We said we'd meet him here, so that's what we're doing. Давай. Sometimes things are complicated. Once Hyperion, always Hyperion. Нет, 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 нет. Ладно, теперь они просто обязаны уйти. Ладно, она попыталась. Давай, Рис. Давай. Давай. Знаете, это жестоко заставляет делать игрока что-то, что он явно не справится, с чем он явно не справится, точнее. Хотя нет, мы справились. О, молодец, Рис, молодец. Все, соси дальше, Джек. Что, не видишь меня? Оу! А, тут заблокированные двери, между прочим. О, представляю. Там же 10 метров, да, не меньше. Reese, we got a problem. Oh, cool, dude. Add it to the list. The hangar bay door is just locked tighter than a bully monk's jaw. The caravan ain't going nowhere. Awesome. That's awesome. Okay, I'll override it at the power core. Just give me a minute to get my ribs. Okay. Okay. I can do this. Reese. I'm so sorry. А, черт, она же туда лежала. Вот, да, и встала. Коза. Listen, Reese, I gave Hyperion your coordinates because they gave me a guarantee. Guarantee? Mm-hmm. Oh, that we would have a painful death? Is that the guarantee? That you'd be safe. They wanted to kill you and rip some top secret file out of your head. I made sure they spared you. Ой, давай сейчас, не надо чесать мне по языку. I'm as good as dead if you leave me. Please don't do this. Просто уходим и все. Reese, хотя, блин, надо верить в добро, недавно смотрел Золушку, там надо прощать и так далее и тому подобное. Ну, я сделал просто на эмоциях, на эмоциях. Соси, Рис. Со своим Рис. Она мне припомнит это, я уверен. Нельзя так делать, ребят. Никто не вправе решать, кому умирать, а кому жить. Никто. Даже во имя мести. Hey, kiddos! Daddy's home! What's going on? Yes, dare to dream, it's me, Handsome Jack, your favorite. I'm back in the digital flesh, baby, and I need you to help me find my very good friend. Whatever it is, it can't be good. Hey, everybody! You remember that guy, Reese? А, нам надо идти, господи, а я тут сижу, хочу. Well, he's just got... So freaking well in his new job. Может, ускоримся, а? Hey, hey, you idiot. You look like the kind of moron that hangs out with middle management. Do you know where Reese is? Если ты можешь везде... А, он только на этих, на точках голограммы здесь появляется. Нихера себе, просто расстрелял. Time to go. Yeah, you know, even though it's full of flesh-eating monsters, Pandora suddenly feels a lot safer than here. Someday, I want to live on a nice planet. Good luck with that. Hello, ladies. Great. So, how are things? Still alive, I see. Well done. Just a quick question for you both. Where the hell is Reese? I got every single Helios employee looking for that ass clown. Я тебе не скажу. Ладно, пусть думает, что мы знаем. Don't know. I haven't seen him. Ну, не, не знаю, я не знаю. Nice try, Ben. You know where he is. Your friends always think it's cool to stand up for other friends, but it's a sucker play. Always rat. Ratting is awesome. You could be awesome. Let's go, Fiona. He can't touch us.
Well, you are just 100% right about that, Pumpkin. I can't, but my guards in their bullets sure can, and a shit ton of them are heading to you right now. Да. So in the essence of saving on cleanup costs, why don't we just figure this out together, huh? I mean, I'll be straight with you. Reese is... Ты блефуешь, я тебе не доверяю. Я не стану помогать убийце. Я просто промолчу. My patience is starting to wear thin. Oh, here are my guards. Now remember, you had a chance to avoid this next part. You think on that while you're headbutting bullets. Не думаю, что там стража. Нет, там не стража. Да не стража там. А, нет, там мертвая стража, да? Отлично! Немножко поаккуратнее, дружище, немножко поаккуратнее. А в целом ты хорош, да, молодец. Hell of a lot of monitors in this place. Такой еще и пафосную фразочку кинул. Ты смотри просто, кто-то на путь исправления встал, а? Так, что тут у нас? Рис, как ты еще не засветился, а, перед этим Джеком? Okay, I can do this. Just gotta hack into the central systems, reverse the lockdown and get the hell out of here. No problem. Ну, давай так займемся этим. Так, войти в систему. Угу. Ну? Доступ получен, нет? Открыть двери ангара, давай. Эй! Система безопасности активирована. Ладно. Твою мать. Система безопасности у вас дерьмо. Черт! Сколько там вольт влетело сейчас в Риза, а? Прикинь, разряд такой зловить. Просто молчи, ничего не говори с ним. Не иди на контакт с ним. What? No snappy comeback, no witty repartee? I was rooting around in that cortex of yours for days, and yet you learned no jackisms? Это бессмысленно, дружище. That's sad. All right, Jack, you want to shut me out of the computer systems? Fine. Then I'll go right to the source. Let's see how long you survive without a power core. Так, придется прыгать. Ты уже падал с подобного расстояния. Ну ладно. К падению, если что, он был готов. Back off, Reese. Don't you even try to shut me down. You know what? Your puny little body isn't worth all this trouble. Seriously. Core venting process initiated. It's gonna be way more fun watching you get vented into space. Oh shit, that's bad. That's really, 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 really bad. Really, 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 really. Очень хреново, конечно же. Давай ниже немного. Ниже спустись. 92 хореографа. Следующее. И? Еще немного. А ты... Там есть дырки, просто засунь палку в дырку. Вот так вот. Рис, быстрее, пожалуйста. Давай, 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 давай! Let's do some. Filled with a handsome endoskeleton. Warning. Ах, ты молодец-то какой, Рис, а? Что за? No. Where are you going? Where are you going? You can't leave me here. Impact with Pandora.
begin evacuation procedures. Oh, you little asshole! Look what you have done! Попадос, да? Дичайшие ребята, попадос. А я замечу, еще не было даже намека на начальные титры. Типа музыки там и так далее и тому подобное, как в каждом эпизоде было. Great. These idiots. Hey, August, we got problems. Hangar door shut a few minutes ago. The whole base is on lockdown. Well, find a way to get them open. Of course. Just think about it harder. That never even occurred to me. Yeah. Давай не выпендриваться тут. Relax, okay? I've got it. When I ask you a question, you better have an answer. Oh no, that doesn't sound good. Да, чертовски злобно. Gordis, you should wait in the van. It's dangerous out here. Okay. You don't really strike me as the caring type. No, you got me all wrong, Fiona. I describe myself as caring too much. Gotta keep this girl safe. Thanks, I guess. Мне кажется, есть подвох в этом, да. Stop! Hey, big man. This pistol may not have the stopping power for you. Unless you want to see your friend's brains all over the wall. I'd ease up. I knew this was gonna happen. Only a matter of time before you'd show your true colors. What can we say? Valerie's got a different plan. Fire up the engines, August. Got a jet once those doors open. We'll take care of this. Yeah. Right. I don't... even know what to say to you. Don't look at me like that. August, you can stop this. You're the boss here. No, ну, давай, давай, ну уже. And August does what Valerie says. It's real simple. Я верю, ты хочешь быть добрым. Что за говно? Ну, ну давай, ну. What is this? Look, dude. Don't do this, man. This was always the plan. You knew that. Plans change. Вот так вот. Не зря он похож на чувака из постела. Ну, немножко. Хотя бы чуть-чуть. Эй, Август! Хренасос, а? Оу! Три ранения за раз, это чересчур. Август, блин, у него дырка в пузе. We're right behind you, Sasha! Nope! That ain't happening! Давай, 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 сделаем это. Оу! Нифига ты монстр! Как тебе такое? По голове прям, прям по голове словили. Грузчик, нет! Грузчик, грузчик, замертво упал. А, нет, живой он. Да, и в итоге Рис видел. Не все. Никого ты не подводил, все нормально. There's no time to dwell on it. He didn't fail anyone, okay? Warning. Helios planetary orbit compromised. Да. А вот и Рис. Hey, asshole! So that guy Reese, I wanted to... We have to get you out of here. Well, he just sent this tin can on a crash course for Pandora. This is what happens when you don't follow directions. Все, кто мог, собственно, улетают отсюда, а вот нам, похоже, нужно найти Рис. Radiation? Yes. Burning up in the atmosphere, crashing into Pandora? No. Давай сюда. Жди своей очереди. Мы реально столкнули этого мужика. Эй. Wait, aren't you coming? I must find Reese. Loaderbot! Эй! Ладно, я все равно рассчитывал на то, что хоть кто-то с Ризом останется. Loaderbot! Loaderbot, are you there? Yes. Oh, awesome. Okay, buddy, I'm in a tight spot. Where is your location? Oh, j-
Just hanging out in the power core. And I, тусуюсь у силового ядра. I need to be rescued. Again? I'm right there. Давай, давай, давай. Красавчик робот просто. Красавчик-грузчик. Молодец. Вот на кого можно положиться точно. Ну хотя Август тоже молодец. Смотри, что он сделал, а. Грузчик красава. Действительно быстро дошел. Эй! Let's go. Most of the escape pods have been deployed. Well, that's a death trap. Shit! Come on. Come on, come on. There's gotta be something. What the hell you think you're doing exactly, Reese? Because spoiler alert, they're all gone. What do you think? We installed enough mods for the whole base? You have any idea how expensive that would be? God, you're an idiot. No getting out of this one. Просто игнорирую его. Oh yeah, that's real cute. Yeah, that's a real great use of whatever time you got left. Ну, вообще, да. Oh, I'll be so happy when you're gone. Me? Gone? I'll never be gone. I'm a freaking legend, kiddo, in case you haven't been paying attention. I'm immortal. There's one! How's that feel, huh? No, that's not happening. Nope! Sorry! Whoa! Быстро! Oh, с этим надо что-то делать. Ты говнюк, слышишь? Хренасос. Поддохнуть уже не можешь спокойно. Да ну твою ты мать! Great! Another idiot's joined the party! Hey, you gonna die, dude! Yeah, you're all gonna die, you idiot! Calculated chances of our survival. He is right. Probability of death is плохо. This is here, punk! Well, так, ну чё, дружище? Me, wouldn't have it any other way. Думаешь? Я пока не особо. Да, но как? Hey! Get back here! Так просто, одним выстрелом. Кажется, вот они, титры, намечаются. То есть стартовые. Там была в самом начале, да, испорченная капсула. Mm-mm. Так точно. You ain't getting away this time. Yeah, what he said. Wait, stop! We both can't fit in that! I know. Wait, Loaderbot, no! Come on! Loaderbot, no! О, ребят, не-не-не-не-нет, братан, нет. Сука усатая, а, говножуй, ты смотри, а. На последних просто секундах своей жизни взял и поднасрал еще раз. Блин, робот мог просто прыгнуть, и он выжил бы. О, можно было собрать, грузчик, твою налево. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Такие дела, ребят. So show me why you're strong. Все спаслись. Не спасся только грузчик. Блин, надо было с самого начала Ризу прыгать в эту капсулу, а грузчику идти в следующую. Нему-то было бы плевать особо на пулемет, наверное. Хотя нет, вряд ли, но я бы надеялся на это. Tales from the Borderlands. Ребята, последний эпизод первого сезона, я полагаю, будет еще один сезон. Быть может, нет. Не знаю. Опять же, будем надеяться на то, что таки будет.
Красиво. Действительно красиво. Главное теперь выжить, блин. О, там все-таки были еще капсулы. Ты посмотри, а. Ну, видать, на других каких-то концах, на других бортах. Охренеть. Проходит атмосферу. И... в кавычках, мягкая посадка. Да, у Риза то же самое. Но вроде как живы целы, да? Живы целы, еще раз спрашиваю. Нормально все? Риз? Фиона? А я уверен, что живы и целы все, чуешь мы? Прям зуб даю, потому что только титры прошли. Стартовые. О-о! А теперь паника, да? Так, не поддавайся ей, чувак, не поддавайся. Ты что, под водой? Что? Так, ладно. А, нет, это дым впереди. Пни, стекло. Еще раз. Еще пару раз, ладно, на тебе. Рукой? Да, можно рукой, можно рукой. О! Надо было так сразу делать. Зачем падать лицом в землю, дружище? Ты же не вверх тормашками висел, можно было аккуратно выбраться. Среди обломков. Твою мать, ты посмотри, а. Ты посмотри. Скотина эта живая до сих пор. Что это за постер? Hello, crap. Возможность. СМГ гиперионская. Постер с красавчиком Джеком. Только злость вызывает. Я понимаю тебя, Риз. Я прекрасно тебя понимаю. Что еще может быть? Может вызвать такой человек, как он? А почему ты сейчас взрыва не чувствовал, друг? Объяснит, наверное, потом. Нет? Да не, вряд ли. Давай, еще минус одно стекло. Да ты долбанный терминатор. Не хватает косухи, очков и Харли под задницей. Правильнее будет сказать, под булками. Давай, давай, вперед. Не знаю, как у тебя так получается, но... ты прям реально как... как сквозь масло пролезаешь, а не сквозь металл. Тяжеленный. Помятая машина, можно смотреть? А за что? Зачем, точнее? Там просто... высказаться, так скажем. Оу! Нифига себе, вот час чуть не закончился. Да? Как скоро сверху нам с вами не пройти. Придется дело это обойти. Снизу, допустим. Так, и дверку еще открыть придется. Тоже эту, да? Нет, эту не открывает уже. В это через разбитое стекло пролез. Почему мы так не поступили? И... входя в машину, не знаю. Тьфу, на тебя просто, говножуй. О! Джек! Опять чуть было не убил меня. И после смерти и мне обрести покой. Красавчик Джек повсюду ходит за тобой. I don't think insurance is gonna cover this one. Oh, Reese, you absolute dick.
What you done? I built this place. My own two hands. Каково это проиграть? Давай теперь поиздеваемся над ним. How does it feel, Jack? To lose. Again. You know, if I'm honest, kid, feels pretty shitty. I'm proud of you, kid. You didn't stop it. You're gonna kill me. This is the part where you give me the we're not so different, you and I speech. Oh, God, hell no. You're way better at killing people than I am. How many people do you think were on Helios, huh? How many of your co-workers did you just eject into space to get rid of me, huh? What makes you think you're the good guy in this scenario, huh? I guess I'll have to live with that. I'll spare you the amount of times I've told myself exactly the same thing. Everyone thinks they're the hero of their own story. And I should have seen this coming. Ever since I came to this nacho-flavored shithole of the planet, I've been betrayed by everybody I gave a rat's ass about. My boss, my girlfriend, hell, my goddamn daughter. Maybe I deserved it. The road. Про дочь не буду спрашивать. And you don't see a pattern forming here? Ambition blinds you. Yeah, I see that now. Take a good look around here, Reese. This is what success looks like. You'll see. After a while, you start to measure it by the size of the pile of destruction around you. You gotta break it down, build it back up. This is your first step in that. It's the only way, you'll see. And there's so much to break down before you can build again. We'll find a different way to do things. Эй! This is what commitment looks like, you fraud. Ау! Рис, давай! Ты крепыш, я верю в тебя. Крепкий орешек, давай! Everything you're not! Просто оторвал себе руку. Оторвет, да? Механическую, но... Чёрт! Охренеть! Её нужно быстро перевязать, быстро! Дружище, дружище, кровь теряешь очень сильно. As long as you've got those cybernetics in you, I'll be sitting here waiting for my chance to take you out. We're past playing games, Reese. All I need is time. One day, when you've forgotten all about me, I'll take over your body and skin you alive with your own two. Нет, зачем я это делаю? Wait. What are you doing? What the Reese, what the hell are you? Oh, whoa. No, please don't do this. No, Reese, you
You don't know what it's like. Нет, нет. Черт, Риз. Оу, ядрен батон. Фак. Эй! I'm on my knees here. Please don't tell me back there. It's not like they said. Мы могли жить в мире, друг. Ты, я. There's absolutely nothing there. Да, и кто теперь мудак, а? Don't do this. Да плевать, вообще ничего не говори. И выбрось здесь где-нибудь. Вот этот и братишка устроил здесь. Слушайте, а он же рассказывал, когда история, он же с рукой был, не? Он же привязан. Он с рукой, с глазом, нет? Или мне это все кажется, привиделось? Я не понимаю. Fiona? Fiona, come in, please. Sasha! Sasha, I'm here! Oh my god! Listen, Valerie used the beacon to upgrade Gordas and summon the vault. Gordas is trying to keep it open, but the monster that came out of it's big. Really, really big. The beacon made Gordas bigger too, but... She can't handle something like this. Where are you? I don't know exactly. I'm still in the caravan, but I'm not sure. Oh, yo. Look, we gotta do something about this thing. The monster came with the vault, so maybe if we get rid of the vault, we can... Wait, hold on. There's someone... Sasha? Hey! Sasha! О, черт! Да, Пандора полна сюрпризов. Измазанных говном. Вы видели это? Там светануло, господи, это ж... Охренеть, ты посмотри, какой большой, а! Гордис, да, где-то тут. О-о-о! Да что за... Мой стик. Мой левый стик, а? Сейчас опять. Саша! Здесь где-то Гордис, нет? Ух! Гордис? Глаза грустные. Гордис? Это она. Да, это Гордис. Now just be still, and it'll all be over soon. Эй. Мне нужно оружие какое-нибудь, не? Давай дверь крована. Оружие нужно просто так к ней подойти. Я не буду стараться. August, where's Sasha? Damn it. Так, он без сознанки. Да, возьми его ствол. Gordis, you're cutting in and out. Mm-hmm.
Чё ты пушки не возьмешь никакие? Нету, что ли, ни у кого? Не поверю. Да, смотри, ни у кого ничего нету. Ладно, пойдем так, Валери. Да я... Let go of me! Where is Sasha? Wouldn't you like to know? She put up quite a fight. Да не-не-не-не, он играет с твоими чувствами просто и все. Кажется, зря я это сделал. Но один раз я уже поддался чувствам мести. Из мести. Пусть будет и обратная сторона. Тем более он вон завершён, так скажем. Ух, под ноги выстрелила. Вот эта дурочка. What are you doing? Now's not the time for this. I'm finishing the job. Summoning the vault brought this monster with it. It's bigger than any I've ever seen. Whatever needs settling between us isn't gonna matter if we're all dead. We have to destroy Gordis. Гордис можно спасти, я уверен. No, you can't do that. It'll kill Gordis. We've got no choice. It's that or we all die. Just stay out of my way. Да не, ну, ну давай не мешкай, выстрели уже. А можно и так. Скажи, что делать. Gordis, tell me how to help. Ракетница. Да. Да ну чтоб тебя, ну. Да ну по-любому это не единственный. Не единственный шанс. Давай! Тяжелая хероборина. Че за. Как метится-то? Светящуюся сферу, ну. Да давай, ну поднимай ты ее уже. Давай! Саша! Отлично, у нас получится. Давай, нужно попасть в светящуюся вот эту вот штуковину. Прости, Гордис. Если бы ты этого не сказала, мы бы искали другой способ.
just like that, Gordis was gone. Valerie was gone. The vault, the monster that protected it, they were all gone. All we were left with was each other. And the memories of those we lost along the way. All for nothing. Да, похоже на финал. Очень похоже. Хотя всего лишь четвертая, ну, грубо говоря, последовательность, да? Завершена. Четвертая часть. Да, точно, еще же с этим надо разобраться. There isn't much more to it. Life sort of returns. Ну все, я ставлю на то, что это все-таки старикан. Теперь будем смотреть, тот или нет тот. Тот, который взорвался в самом начале. Moved on with your life, like nothing happened. You weren't there. It had to be done. The vault monster would have taken us all out. What about you? After I came to, I grabbed the rights to Atlas on Pandora from Jack's office. Figured I could use it to build something. A fresh start. At that point, it made sense to head back to the Atlas facility we left. Got it going again. Luckily, it was well stocked. Whole lot of fruit. Fixed myself up, worked on some prototypes. Obviously, that was all after she ditched me on Helios. You chose your side. There was an announcement and everything. That was a huge mistake. Turns out, yeah. But when it all came down to it and you were faced with a choice, it was clear what was important to you. Meeting you, that vault key deal, was a disaster we didn't need in our lives. Are you serious? That is what you're pissed about? It was a little more complicated than that. What isn't complicated is the fact that you were making googly eyes at my sister the entire time you were around. Well, I came out with a few scars, too. Come on, punk. Quit stalling. Man, put some hustle in it. I ain't got all day. I recognize that voice. Kroger? Really? What is this shit? A debt needs to be repaid. What is that supposed to mean? Да, так и знал, что это он. Fool. Ты кто такой? You didn't tell me this dude be hauled up in a bandit camp. И как ты засранец выжил, а? You seem fine. I mean, I lost him, but I wouldn't stick around here too long. Just a matter of time before they come through. I'll take my chances. Whatever. Oh, look here. We got Fiona and her corporate chump. Her name's Reese, thanks. Look at you, all wrapped up like birthday present. Hey, Kroger, where's your buddy? Oh, wait. I remember now. Oh, yeah. Remember why you came. Look, I brought you your bandit boss. We gonna make the trade or what? Two for one. Can't beat that. Take them. Серьезно? Это все было простым? This is personal. Простым обменом? Главаря какого-то банды? А нахрена он историю рассказывали? Мы, точнее, историю рассказывали. This is the end of the line, girl. Что за... You can't let him do this! So, you got some last words? Just to get him out now. Because you know what they say payback is. I know you probably think it's your thing, but that mustache? It's awful. I'm waiting to hear that, because I feel like a lot of people in your life are worried to tell you. Which is sad. Huh.
Ну, и он завис, да? You know, I can respect that. This one's for Finch! Whoa. Вот он и вмешался, ты посмотри. Все. Второй из мерзкой парочки. Stop saying that. Don't even think about running. Да, не собираюсь пока что, ладно. Че это было, дружище? Нахрена он нужен? The hell is he doing? This? This is weird. Может, хочет задать вопрос? Типа руку Maybe поднял. He has a question. Он подает сигнал, да? Кому-то. Да. Он просто подает сигнал. Great! A firing squad. I just hit murder bingo. Черт. Все три прицела на нем. Вот как быстро все обернулось. Ты посмотри. Костец взял. Что происходит вообще? Да он развяжет нас. Ну а чё за говно? Так, тихо, тихо, ничего не говори. Смысла нет ничего говорить. Да, я знал. Ну, то есть знал в том смысле, что догадываюсь. All right. Laser pointers off. Лазерные указки? Laser pointers? Children try to avoid guns when it comes to conflict resolution. Воу, вон! А я думаю, присуха знакомая. I lost you, buddy. Same here, man. I can't believe this. Охренеть, вот это ты подрос. Главарь банды, значит, а? Come on. Обнимашечки. Обнять вон, дружки, послать. Да ладно, иди, обними его. It's great to see you too, Fiona. Подмигнул. We got a lot to catch up on. But it's not entirely safe out here. We'll take you back to the base. Base? Oh yeah. You're not gonna believe what we've done to the place. Смотри, короли, как поменялись, а? А чешуеть. I mean, the whole thing was nuts. Сколько времени прошло? The second Valerie opened the vault. I mean. All hell broke loose. That's when I made my escape. I tried to find you guys, but eventually I started suspecting the worst. I didn't want to think that way, but after a while, it's just hard not to lose hope. Honestly, I'm just happy you're safe. Same here, man. The whole thing was so surreal, you know? I mean, Helios crashing. But by the time the dust settled, everyone was gone. Except for the ones that made it to the escape pods. Never expected to be leading a bunch of Hyperion refugees. Так его банда, это банда беженцев. Things like newborns, just bleary-eyed and scared. Then you put your newly acquired Pandoran survival skills to work. You joke, but it definitely helped. I mean, look, obviously, I'm no expert, but I was light years ahead of these pencil pushers.
found JR from distribution eating dirt. Literally, just sitting there, just shoving dirt into his mouth. It's really disturbing. I mean, most of these people, they hadn't spent a waking hour doing anything but just sitting on their ass, getting sweatier and fatter. Which is why we decided to make our base out of what was left of Helios. Ничего себе, да там целый город, cool, по-моему. Right? Wow. Реально, по-моему, целый город. Ты глянь. Okay. Yeah, they're pretty deferential. Which is really odd for a bunch of ex-Hyperion. Hello! Wow. They must really revere you. Oh, that's not for me. They're bowing to you. Sure. Me? This isn't for you? You're kidding me. I wish I was. Look, they even have a shrine for him. That's a statue of Jack. Yes, very observant. It was at one point, but they went ahead and labeled it. Рис, смотри, голову снесли, написали рис. Someone tried to alter the face to look like you, but most of these guys are basically shitty at everything. I am pretty uncomfortable right now. That makes two of us. Rhys, you don't understand. To them, you are the great liberator. You see, you crashing Helios shed them of their corporate shackles. I guess we'll see how this goes. Офигеть, смотри, как он повернул. Это все Вон. Вон у них эту идею развил, зацепился за нее и благодаря нее вот спас их, да? Благодаря ней. Ей. Благодаря ей, господи, что я несу. Да, это все спасибо Вону. Ну что, на этом тогда закончим первую серию. Блин, такая вот она мощная получилась. Я думал уже все, финал, а тут на тебе еще какое-то послесловие будет. Ну, это послесловие уже следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ребята, хорошего вам настроения. Всем пока. Удачи. Привет. Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info, а также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.